решение прикольное на капоте. Простые лампочки на фильтрах. Так, люди добрые, у нас просто мороз. Просто мороз, на дворе еще ночь. Шучу, на дворе уже 6:50 утра. Заводим. 18. По Фаренгейту показывает 18. 19 я вчера проверял, это получается минус 7. 18. Минус 6, минус 7,5. Где-то так. Зара, проверь. А чё нет? Зара, проверим, как там проверяется, не помните? Trip information, truck information, diagnostic, no warnings. Settings, да? На settings идёшь и ставишь, что там ставишь? Standard, вот, unit, standard и metric. Минус 7,5. Как я и думал. Я не знаю, если в камеру будет, но я сейчас лампочки включил на фильтрах. Вот сейчас включаю опять. Аж на свет бьет в козырек кверху. Да ты чё? Пошли на улицу, посмотрим, как это все смотрится. А, теперь надо печку включить. Вот она, наша печка. Палки было тепло. Я бы сказал, что ночью. Они даже не смотрятся оранжевые там или красные. Мне кажется, простой желтый свет. Цвет. Только что яркий и все. Смотрится одинаково. Так, да, ты чё? Разницы нету. Какую ледишку ставь, какая лампочка. Все стекло дает и все. Это просто шедевр. А не восход солнца, а? Мужики, Mountain Rainier и восход солнца. Да тут можно картину писать. Да ты чё? Так, кому не нравится такая вот картина, вылазьте, я с вами не поеду. Так, народ. От холода может зеркало треснуть? Или мне правое зеркало разбили? Хорошо, хоть маленькая. У меня такие дома валяются.
Заходим на 5-й фривей. Потихонечку разгоняем его. Во-первых, с утра холодно. Пускай все прогреется. Ну, а во-вторых, у нас тяжелая 20-ка. Уже Флорида встала вместо Джорджии.
я про три слона, серьезно. Если человек произошел с обезьяны, да, или там с гориллы, ну я на нее похожа как бы, да, слегка, то почему бы не верить про трех слонов? Или как вот один комментарий читал. Не запрещайте своим детям верить Дед Морозу. Вы что до сих пор верите, что у вас диспетчер найдет вам груз за $3 за милю? Но вы же в этот бред верите. Так что не запрещайте детям верить Дед Морозу. Прикольно, да? На Инстаграме что только не увидишь. Расход топлива у нас 37,3 на 100 километров. 37,3 это литра на 100 км. Пока оставил на европейское, на километраж. Минус 7 еще у нас по Цельсию показывает. Сегодня у нас будет самая высокая, это 24, если 32 это 0, у нас будет 24 днем. Где-то минус 3, минус 4 по Цельсию. Как-то так, холодненький денечек. Напугала.
попало мне на рот. Так что вот такие дела. Мужики, с чем я вас и поздравляю. Если это наша с вами последняя ходка, всех поздравляю с этим чудесным праздником Рождества Христова. Чтобы вы не забывали, кто родился. Рождество Христова. Значит, Христос родился в этот день, 25 числа. Мы это справляем 25 числа. Если вы справляете это в другой день, я вас также поздравляю заранее. Кто-то на следующий год в январе. Друган пошел. Красавчик. Всегда машет. Кстати, привет ему. Говорит, меня смотрит. Индус. Говорит, я тебя не понимаю, говорит, но тебе прикольно смотреть. Ой, да. Так что мы выходим. Вот она наша Арилия. Спускаемся с горы. И прям практически уже в конце горы мы уходим налево. Все как обычно. Так что дальше можете не смотреть, дальше вы все видели, все знаете, я уже без вас. Так что, ребят, по-английски хочу вас поздравить. Merry Christmas, my dear friends, my dear subscribers. Как-то так, да? Спасибо, что вы еще один годик со мной прокатились. Ну, годик еще не закончился, это только Christmas. У нас еще вся неделя рабочая впереди до Нового года. Так что я вас еще и с Новым годом поздравлю. Мужики, не переживайте. Все будет добре. Самое главное, не забыть сегодня стравить с ресиверов, да, с воздушных баков воздух. Я думаю, воздух я никогда не стравлю, так как он сухой всегда. Но я думаю, пустые баки оставить на ночь. Потому что завтра опять будет заморозки. А потом вся неделя дождливая. И будет сухо, и, то есть сухо, будет тепло. Как только дождик начинается, сразу тепло. Но вы сзади денька, Борис. С Мацаном подъехал. Надо будет как-то мне его сейчас заснять. Красная Вольво. А ты чё, сейчас мы его по правой полосе подождем, если он нас будет обгонять потихоньку по левой. Точно, дяденька Борис. Пошел в левую полосу. Давай, 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 давай. Красавчик. Так, горняк включим. Давай, 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 догоняй, 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 догоняй. Красавчик. Обогнал и даже не заметил. Чё ты тормозишь так, блин? Аж на этот самый пыль поднял. Теперь-то мне надо перестраиваться. Да, молодец, дяденька Борис. Привет тебе огромный. Когда проснулся, я ему посигналил. Он по тормозам как вжарил. Машины чуть сзади его не поцеловали в бампер. Приколись, дяденька Борис. Да, с Борисом мы прошли. Вдвоем начинали как-то в 96-м году. И вот до сих пор. До сих пор. Дружим, как говорится. Не разлей вода, да? Сколько мы с ним снега поперетоптали? По два сани сайт делали.
зимой. Он звонит. Все, я сейчас с ним поговорю. Дяденька Борис, рассказывай. Я думаю, если бы я не засигналил, да, ты бы так бы и пролетел. Так бы и не понял. Потому что когда я на тебя смотрел, да, в окно тебе, у тебя один глаз спал еще. Все, ты налево, да, пошел? Понятненько, я прямо еще до конца, почти что до Central или до Washington, какая она там, да, до Central. Скажи еще раз поздравления, не расслышал. Я говорю, возьми одну ногу, наступи на другую. Вот, и скажи, наступающий новым Крисмасом. Теперь понял. Вперед левой на правую наступлю, а потом правой на левую. Да. Наступающий поздравляю. Обвиняется. Вот. Все, понял. Я понял тебя, спасибо. Ты там не замерз, все нормально? Да, соседа отогревал колеса, блин, так и не отогрел кресло. Чисело прихватило там его. Левые колеса пошли, а правые заблокированные оба. Очень отогрел свой, ладно, извини, бай. Все, давай, бай, счастливо. Так что, мужики, от дяденьки Бориса вам всем. С Рождеством Христом. Говорит, на одну ногу себе наступите, другой ногой, и поздравьте. Merry Christmas скажите. Ну, а потом наоборот. Так себя поздравляете. Дяденька Борис у нас моряк. Всю жизнь моряком отплавал с Дальнего Востока. И в Америке, говорит, был, где только не был. Потом в Америку приехал, сразу на трака пошел. Вот так вот и моряки бывают дальнобойщиками. Так, ну а мы перестраиваемся в левую полосу. Сейчас перескакиваем мостик через железные дороги. И сразу на светофоре, который цвет меняет. Мостик у нас может быть замерзший, а может быть и нет. Вот так. Живут Америка с Европой. Вот так. А у нас, говорит, все через одно место. Такое тоже бывает. Дяденька Борис говорит, бывает и на я, бывает и на я. А мы за это выпьем кофейка. Вот туточки. Не тамочки, а туточки. Сворачиваем налево. А навигация нас гонит дальше. Типа тамочки лучше. Да иди ты. Всегда нас по кругу гоняет. Так, сайдам. Вот видите, только сухая погодка. Сайдам выехал на работу. Ух ты! Jaguar поехал. Я что-то сразу думал, что это Alfa Romeo. А потом сзади посмотрел, у него этот леопардик. Скакуночек. И все, прямичком на этой улице мы с вами частенько были. Загружались мы с вами
палетами с правой стороны. Вот сейчас направо сворачиваешь. Вот здесь палеты брали, поддоны. А с левой стороны мы тоже какой-то ерундой занимались. Загружались. Занимались, ну и в то же время загружались. Так что эта улица нам знакомая. Так далеко по ней еще не ездил. Так что, мужики, едем вместе, не переключаемся. Так, значит, не на вот этой улице. Нам надо 188. Я надеюсь, что мы, пока нас разгрузят, то и Тёма подъедет. Тёма тоже сюда едет. Говорит, большой вархаус. Тёма, говорит, здесь уже был. Все. Так что я пойду к окну. Ну иди, дядя Вова, как ни. Но, ребят, я пойду к окну. Опять то же самое, опять к окну. Ладно, пойду я к окну. Все, братва, некогда было с камерой бегать. Стою под дог, под рэмпу. И будут нас разгружать. Ничего не сказали, что я чуть-чуть опоздал. Все довольны, что я хоть приехал. О! Вот так вот. Пойду посмотрю, как я там сдал назад. Включил проверить. Вроде пока минус 6,5 по Цельсию, да? Ну, холодина. Сейчас пока с водителем постоял, потрещал. Просто промерз до костей. Так, да, говорят? Продрог. Такая погодка у нас. Красиво, свежо, на улице свежо. Когда вот такой морозик, просто класс, ну, холодно. Так что сижу, буржуйка у меня включена. Так что сидим, греемся. Если кто-то хочет пойти на улицу и снять пару лампочек, LED-шки поменять, то пожалуйста. А я что-то, у меня охоты нету. Прям охоты нету на улицу идти и сейчас лампочки менять. Дождемся лета, да? Шучу. Следующая неделя будет теплой. А вот с зеркалом какая-то неполадка произошла. Что-то, видите, оттуда вытекло. Что это такое? Как будто там вода была или что? Вода замерзла и зеркало треснуло. Нормально, да? Нормально. Погодка нипель. Ну что, лампочки доехали? Не треснули. Но эти я пока менять не буду. Пальцы прям мерзнут.
сама ледышка даже желтее внутри. Здесь темнее, тут светлее как-то получается от нее. Видно, да, я надеюсь. Ну, а лампочка не так заметна. Лампочка себе-то как лампочка. Простая, да? Такую ерунду мы привезли. Ушли на брейк или что? Что-то никто ничего не торопится. Так, народ, выхожу на улицу. Сейчас Тёма уже подъезжает. Заснять его, как он будет заезжать. Комментировать не буду, так как я ему тоже видос этот отправлю, чтобы он на свой канал поставил. Так как он канал ведет на английском, я на русском. Понятно, да? Так что будем слушать звук мотора. Я уже его слышу. Будет происходить взлом дверей.
All right. He had an earlier appointment, so he actually got done a little bit quicker. Now, you can unload me. I sure like those lights. Huh? I like the color, not the amber, but they're like this nice orange glow to them. Ну что, мужики, разгрузились? Погнали назад в порт. Назад идем на WUT, на WAT. Типа того, сдаем пустой и вытаскиваем пустой. На когда-нибудь. Ух ты, пропускаешь, молодец. Спасибо, братан.
камерам. У меня не получается, как у вас, к сожалению. Вы, ребята, молодцы. У меня, оказывается, пару поэтов есть, подписчиков. Просто супер. Сейчас надо будет зачитать ваши поэзии. Это просто талант. Ребята, талантище, талантнище. Мы уже в порту, помаленьку протягиваем. Порт, конечно, забитый, так как соседний терминал закрытый. Хаски сегодня закрытая. Значит, как и обещал, прочитаю классные поэзии, стихотворения. Ремесленник, здорово тебе, братишка. 19 лайков набрал. С того времени, как я вот сфотал, да, твои комментарии. Значит, читаем. На Петровиче катаюсь, удивить всех вас пытаюсь. Тут катаюсь, там катаюсь, руль меняю, улыбаюсь. Так что строго не судите, комментируйте, смотрите. Палец вверх. И репостните. Так, да? Другой, Владик. Владик, привет тебе. Репостуем с пальцем вверх. Пишем в комментах привет. Нам Володя отвечает. На лайкосик нажимает. Три татушки, три тата. Хотим в трак себе кота. Пусть урчит он под капотом. И нас радует работой. Не, ну нормально, молодцы. Ребята. Значит, опять. Ремесленник. Ремесленник. Прикольное у тебя имя. Как тебя зовут, напиши. Дядя Вова потянулся. Взял кувалду. Размахнулся. Стукнул, плюнул. Посмотрел. Сел за руль и полетел. Отлично, молодцы, ребят. Ну и еще один. Константин Ше. Что тебе снег, что тебе зной, что тебе дождик проливной, когда все твои подписчики с тобой? Тоже складно в ритму. Так что спасибо, ребят. Кто не просто комментирует, а комментирует стихами. Молодцы. Уважаю. Я-то думаю, кто там рычит.
Это Тёма зарулил. Пошёл котёнок. Самый лучший звук на планете. Видно отражение на козырьке и отражение в салоне, вот эта полоса. Вот я сейчас выключаю, полосы нема. Включаю, полоса. Народ, в салоне отражение идет. И это с фильтров, снизу на фильтрах. Вы представляете, если я крышу поставлю? Это у меня весь козырек будет оранжевый, отблескивать мне в глаза. И вам тоже в спалке, кстати. Весь нос, который покрыт льдом, весь будет оранжевый. Да, народ, не знаю, что я замутил, но что-то прикольное будет. Что-то и утром это не заметил, что оно прям внутрь дает такой яркий свет. Время уже 3:24. Просидел я в порту уже, считай, полдня. Температура все минус 3 по Цельсию. Целый день вот так стоит. Никуда не торопится. Зеркало, конечно, ржавое было. И мне кажется, что-то она ржавчина внутри пошла. Так что все нормуль. Завтра с утра привезу другое, поставлю. Ну и та же самая картина. Вечерком после работы. Все, мужики, всем спасибо, всем пока. С Рождеством Христовым еще раз вас всех.